Друзья, мы продолжаем нашу домашнюю рубрику полезных советов. Я надеюсь, что для многих из вас они полезны, судя по вашим отзывам. Сегодня мы будем говорить о здоровье спины. У меня эта тема особенно наболевшая, потому что многие мои подписчики знают, что год назад я перенесла операцию на позвоночнике по удалению грыжи. И еще у меня остались грыжи на позвоночнике и протрузии дисков. И я точно знаю, что эта проблема у очень многих. На это влияет очень много факторов, как возрастные изменения, так и наш образ жизни. И зачастую в наше современное время он очень часто сидячий. И, конечно же, да, мы знаем о том, что нужно заниматься спортом. Конечно, мы знаем о том, что нужно делать упражнения для спины. Но в итоге многие из нас этого действительно не делают. Так я постоянно покупаю абонементы в спортзал и до них не дохожу. Или дохожу на 2-3 занятия. Проблема остается, спина болит, времени на занятия мало. И когда оно появляется, это время, мы уже настолько устали, что хочется только растянуться. И сил шевелиться буквально нет. Знаете, как сказала одна моя подруга и подписчица, сыт и голодного не поймет. Так вот, это примерно то же самое. У кого не болит спина, те меня не поймут. Я искала, чем же лечить свою спину так, чтобы это было для меня лично наименее энергозатратно, раз. И второй момент, чтобы у меня это отнимало немного времени, два. И я обратилась к массажерам. Первый мой массажер, который я купила, был роликовым. Он не подходит для тех, у кого проблемы с грыжей и с протрузией дисков. Потому что он вам может только усугубить вашу ситуацию и еще больше навредить вашему позвоночнику, вашей спине. И мне на самом деле очень повезло, потому что мне попался массажер Ямагучи. Этот массажер еще называется йогой для спины. У него 4 режима. Это смарт, релакс, терапия и растяжка. Массажер компрессионный. Работает на воздушных подушках. И вы знаете, впервые попробовав этот массажер в магазине, я не верю тому, что пишут. Я вам все время об этом говорю, что написано и на заборе. Поэтому я все предпочитаю испытывать и пробовать. Поэтому прежде чем заплатить денег за этот массажер, я решила испытать его в магазине. И вы знаете, вот за несколько минут массажа в магазине мне стало легче. У меня отпустила боль в спине, у меня прояснилось в голове. И я поняла, что это то, что мне нужно. Дома уже, почитав об этом массажере, я поняла, что это действительно то, что мне нужно, потому что он потрясающе растягивает вашу спину. И при этом не травмируя ее, что очень важно. Он работает на растягивание позвоночника и на скручивание позвоночника, прорабатывая каждый позвонок, каждый, при этом делая это деликатно. В зависимости от выбранного режима вы можете расслабиться, вы можете снять усталость и боль в спине. Те, кто не понимает, что проблемой может стать даже такая элементарная, казалось бы, повседневная вещь, как надевание обуви, а те, конечно, не поймут. После этого массажера обувь я могу надеть. Более того, после длительного сидения за вязальной машиной, когда поясницу начинает просто уже ломить до боли буквально, знаете, в мозгах, он действительно очень хорошо расслабляет и снимает боль. Давайте посмотрим, как он работает. Массажер устроен следующим образом. Вот это место, вот эта подушка для нижней части бедра. Здесь идут две воздушные компрессионные подушки под ягодицы. Здесь расположена компрессионная подушка под центр поясницы. И здесь расположены две компрессионные подушки под лопатки. И вот эта компрессионная подушка для шеи. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем на кнопку включения. Выбираем режим. Видим, как надуваются компрессионные подушки. Например, я выбираю режим растяжки. Это пошла для шеи, наклоняет голову вам вправо и влево, даже если вы сами не можете
повернуть голову. Массажер мягко, но уверенно поворачивает вашу голову. Мы видим скручивание. Так, все, что нужно сделать, это разложить матрас на ровной поверхности. Я это делаю на пол. Голову укладываем таким образом, чтобы шея пришлась на подушку. Укладываемся ровненько, нажимаем на пульте кнопочку включения. Вот я выбрала, например, растяжку. Руки укладываем вдоль тела. И начинаем чувствовать, как деликатно растягивает и скручивает нашу спину, массирует ягодицы, скручивает позвоночник. Все, что вам нужно, это расслабиться и спокойно дышать. После 20 минут такого массажа боли в спине проходят. Снимается усталость, а ваша спина ощущает себя и ведет себя значительно подвижнее. Уже после пары применений вы заметите, что какие-то движения вам стали даваться легче. А походка стала более легкой. Очень хорошо чувствуется, как растягиваются позвонки. И в отличие от роликового массажа, который у меня был до него, я оставляла на спине буквально синяки. Вот этот компрессионный массаж воздушными подушками действует более деликатно и в то же время более эффективно. Такое ощущение, что я становлюсь даже выше. Спина здорово расслабляется. И не знаю, не лень ли вам делать упражнения физические в течение дня. Мне, честно говоря, бывает просто лень, когда я устаю делать какие-то упражнения для спины. Но я сейчас с удовольствием нахожу 20 минут в перерывах между вязанием для того, чтобы полежать на этом массажере. Очень хорошо прорабатывает шею, затылок. Хранить массажный матрас так же удобно, как и его использование. Для этого кладем пульт в кармашек. Матрас сворачиваем. И при помощи молнии застегиваем в сумочку.